Наш выпуск выходит в праздничный для Искитима день. Искитимцы отмечают день рождения своего любимого города и одновременно День строителя. Люблю свой город маленький, родной наш Искитим. Когда весной проталинки с гроздьями рябин, когда идет суровая и снежная зима, когда в цветущей зелени красуются дома. Славный город небольшой наш сибирский, любят всей душой искитимцы и бегут к нему спеша поезда, ведь другие строят города. Люблю рассветы ранние, вечерние огни и площадь привокзальную, и улицы твои, когда блестят затейливо на солнце купола, и в парке Каратеева играет детвора. Славный город небольшой наш сибирский, его любят всей душой спеша поезда, ведь другие строят он города. Людьми, делами славы нам дорог и любим. Из деревень сбегаются дороги в Искитим, и дружбу безупречную народ в сердцах хранит, и память павших вечную, и скорбь гранитных плит. Славный город небольшой наш сибирский, его любят всей душой искитимцы и бегут к нему спеша поезда, ведь другие строят он города. Славный город небольшой наш сибирский, его любят всей душой искитимцы и бегут к нему спеша поезда, ведь другие строят он города. Дорогие искитимцы, в этом году, 8 августа, мы отмечаем День города. Этот праздник объединяет всех жителей, независимо от возраста, профессии и политических предпочтений. Сегодня наш город живет в мощном ритме трудовых будней. Он растет и прирастает новыми микрорайонами. Он красив любое время года и всегда остается радушным и гостеприимным. А главное богатство Искитима – это его жители. Трудолюбивые, энергичные, образованные и талантливые люди, приумножающие своими делами его славу. Известность Искитиму создают наши знаменитые земляки – заслуженные деятели культуры и медицины, архитекторы и строители, музыканты и спортсмены, побеждающие во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Уважаемые земляки, примите самые теплые поздравления с днем рождения города Искитима. От всей души желаю процветания родному городу, неувядающей молодости, благоприятной демографической и социальной ситуации, а всем жителям здоровья, счастья, благополучия и отличного настроения. Дорогие
Искитимцы, земляки, примите самые искренние поздравления с Днем города. Ведь этот праздник, он праздник тех, кто родился в этом городе, вырос, учился, остался работать. Тех, кто создал здесь семью, вырастил детей. И тех, кто планирует встретить старость здесь, в этом городе, и посвятить свою оставшуюся жизнь воспитанию внуков подрастающего поколения. Всех с наступающим праздником, Днем города. Ну и, конечно же, хочется поздравить строительные организации, работников строительных компаний, компаний-производителей строительных материалов, к которым относится и наш цементный завод, с наступающим Днем строителя. Строители и отрасль строительства – это те люди, которые посвятили свою жизнь созиданию, созданию самого прекрасного, что только можно встретить на земле – это жилище. Хотелось бы пожелать, чтобы те объекты, те дома, социальные объекты, которые возводят наши строительные организации из наших строительных материалов, служили долго и вечно, доставляли счастье, радость, удовольствие жителям и тем, кто пользоваться будет этими социальными благами. Конечно же, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в деятельности ваших строительных компаний. Так уж получилось, что День строителя неотделим от Дня города, ведь недаром Искитим гордо называют городом строителей. Искитим-цемент – одно из крупнейших предприятий города. С ним неразрывно связана трудовая жизнь многих искитимцев и вся история самого города. На сегодня Искитим-цемент по-прежнему составляет из себя весь производственный комплекс от производства сырьевой шахты, обжига клинкера, помола, цемента и отгрузки готовой продукции. И все переделы в полном объеме, они работоспособны, готовы к выпуску максимального объема цемента. И оборудование обслужено, отремонтировано. И сейчас вот так в пиковый сезон, в летний, непонятно, что для всех максимум это летний, мы закрываем все потребности, которые на сегодняшний день есть со стороны потребителей, и отгружаем вовремя в срок заявленную продукцию. Конечно же, сегодня мы не работаем в полную мощность, как и многие строительные компании, производители строительных материалов, там, товарного бетона и других видов продукции, поскольку нет такого количества заявок. Да, пандемия, она наложила свой отпечаток на деятельность многих отраслей, в том числе исключением не составляет исключением и цементное производство. Но еще раз говорю, мы сохранили весь коллектив, это порядка 850 человек сегодня работающих на предприятии. Все, слава богу, живы, здоровы. У нас нет никаких потерь. Мы соблюдаем все мероприятия, которые предназначены надзорными органами, Роспотребнадзором, конечно. Еще раз говорю, мы максимально заботимся о здоровье и благополучии наших работников. Поэтому мы готовы, так сказать, к большим объемам отгрузки продукции. Будут заявки, будем, конечно, грузить. Совершенно верно, вы правильно подметили. Вот только что сейчас мы проводили награждение лучших работников Дню строителя. Конечно, оно проходит в таком формате, какой и предписан. Да? Это социальное дистанцирование, рассадка в шахматном порядке. Вот одномоментно в этом зале находилось не более 10-12 человек. Вот только приглашаем тех, кому вручаем награды, и таким образом вот и проводим. Потому что нет таких массовых, конечно, мероприятий, как раньше. Там это вот МДО, здесь наш бывший ДК «Цементник», как мы говорим, значит, собрание всего трудового коллектива, там выступления, номера, торжественные речи, выход на сцену. Конечно, этого нет. Но это реалии сегодняшней жизни, и мы еще раз повторю, мы соблюдаем все, что необходимо, заботимся не только о себе, но и о здоровье окружающих людей, наших работников. Приятным подарком к профессиональному празднику работникам Искитим-цемента стала награда за победу в конкурсе среди предприятий строительного комплекса Новосибирской области по итогам работы 2019 года. В номинации «Лучшее предприятие строительных материалов» Искитим-цемент в пятерке победителей.